Можно отметить, что такие революционные изменения в развитии туризма пошли в последние 5 лет. Мы видим открытие новых гостиничных комплексов уже совсем иным сервисным обслуживанием, более высоким, да? Так у нас гостиничный большой комплекс «Лагуна», который сейчас находится в стадии активного развития. Теперь это не просто гостиничный комплекс, да, там есть и всевозможные площадки для проведения и выставочно-конгрессных мероприятий, и деловых. То есть мы видим ключевые изменения в сфере туризма, расширение направлений туризма. Это и гастрономический туризм, и деловой MICE-туризм. Из, наверное, других объектов, которые тоже за последние несколько лет реализованы, это гостиничный комплекс «Спутник», который тоже идет в направлении развития различных видов туризма. Также это и деловой туризм, и направление гастрономического туризма. Способствует, наверное, все-таки тот имидж, который сейчас создан у нашего региона. Конечно, это очень большая заслуга губернатора Владимира Викторовича Солодова, потому что несколько лет, которые сейчас Камчатка буквально не сходит вообще с федеральных таблоидов, то количество упоминаний нашего региона на всех уровнях власти, ну, сложно даже себе представить тот объем информации, где сейчас Камчатку можно встретить. Действительно, Камчатка сейчас является тем регионом, о котором либо говорят, либо знают. И такой регион, куда точно все либо мечтают попасть, либо хотят вернуться уже.